Итак, друзья, в чем отличие нашего шоу? Да в том, что вы можете на любых каналах смотреть разные кулинарные шоу. Там что-то творят, получается у них вот так вот. Только у нас с вами повторить почему-то не получается. Да. Почему? Мы расскажем. Мы знаем все настоящие секреты. И сегодня мы с вами вырываемся, сделаем с вами один и тот же уровень, как у шеф-поваров. Поехали, друзья мои. Блендер Скарлетт, который справляется с нарезкой салата. Вы знаете, я всегда говорю, что мы предлагаем всегда решение есть у наших телезрителей. Вроде бы как бы блендер, но нет 100% решения. Ты согласна? Чего-то как бы не хватает. А вы что имеешь в виду? А я считаю, что, например, взбивает смузи, но не может нарезать кубиком. Делает прекрасное тесто, но не нарезает соломкой. Ты согласна? Я вообще впервые вижу, чтобы блендер мог нарезать кубиком. Ну, как у тебя дела? Итак, слушайте, ну, хочу показать, друзья мои, какая идеальная нарезка. Давайте вспоминать. Скоро праздники. Да. Нарезка оливье. Я сейчас демонстрирую винегрет, но вы таким же кубиком нарезаете прекрасное оливье. Выкладываю это сюда. Двигаемся за мной. Молодцы. Смотрите. Вот сколько я говорил? Ну, 10 секунд. Согласны? За 10 секунд здесь 4 порции. Вы согласны со мной? Да, посмотрите. Слушай, ну вот оливье, к примеру, когда я делаю, действительно, несколько часов жизни просто уходит. Жизни, хорошо слово, слушай. Ну, а так оно и есть. Стоишь. Вы сколько делаете оливье? Винегреты делаете периодически? И вообще вспомните на Новый год, какие вы ставите на стол салаты? Легко и просто. Можно сделать просто за раз. Совершенно верно, друзья мои, за раз. Вот такие салаты. Оливье. Прекрасную нарезку можно любую сделать. Не только оливье. Можно нарезать и винегрет. Можно нарезать прекрасную овощной салат, друзья мои. Фруктовый салат. Вы представляете, фруктовый салат нарезать? Это проблема. Фрукты-то мягкие. Это точно. Слушай, но самое главное, действительно, какие возможности у нас открываются. Друзья, блендеры бывают разными, но настолько полной комплектации у нас еще не было никогда. Не было. Подтверждаешь, я да? подтверждаю, никогда, потому что всегда чего-то не хватало. Главное, самое интересное, что я смотрю на вас, а здесь справляюсь с прекрасной нарезкой. Огурцы капризные. Посмотрите, какой он тихий все-таки, да? Низкий уровень шума, я так понимаю, у него, да? Выбирайте. Это новинка. И причем это максимум возможного. Такого еще не было. Инновация на нашей кухне. Итак, друзья мои, смотрите. Буквально мгновение. Вот здесь уже 8 порций салата. Вы можете делать поджарку. Можно делать огуречный салат с яблоком. Можно все, что угодно делать. Слушай, а ты знаешь, что наш прекрасный блендер нарезает не только кубиком, шинкует кубиком и нарезает соломкой, он еще и нарезает слайсами. Оба, в ответ тишина. Подожди, идеи, как это использовать? Сейчас я тебе это покажу, друзья мои. Смотрите, я сейчас беру вот этот прекрасный блендер, беру прекрасную насадку, которая идет Какая в комплекте. Какая чаша глубокая. Чаша в комплекте входит. Смотрите, вот на этой насадке я только что делал соломку. Так. Вот она. Так, посмотрим. Давайте. Вот она. Вот она. Эта насадка. Сейчас, секундочку, я сейчас пододвину, чтобы было понятно. Вот такая соломка. Кубиком я делал другую. Так. Так, секундочку. Теперь хотите убедиться, как я нарезаю слайсами? Конечно. Смотрите, что я сейчас делаю. Я на ваших глазах переворачиваю. Ножи верхние получаются вот таким образом. Просто Слушай. Делаю вот такие движения. Все элементарно, все, и просто. Закрепляю и нажимаю. Смотри, делаю небольшие обороты и поехали. Смотри. Даже смотри, не опускаю. Мгновение. А, вы это видели? Смотри, что я сейчас делаю. Нарезаю марку. Я в восторге, Олег. Все. Я в восторге. Слушай, какая мощность. Буквально секунда одна. И нарезаются. Можно я один кусочек себе? Ты хочешь попробовать? Ну, конечно, посмотрите вообще на его толщину, насколько он тоненький, насколько он аккуратненький. Боже мой, невероятно. Я так ножом не умею. Не, а за секунды. А знаете, почему очень быстро? Посмотрите, какая идеальная нарезка. Картошку. Вот это да. Можно нарезать сыр, можно прекрасные огурцы. Итак, давайте, подождите, тишина, тихо. Так. Представьте, новогодний стол. Гости стучатся, вы не успеваете. И вы за мгновение только на пороге включаете этот мощный блендер 1200 ватт, который нарезает. Смотрите. Огурчики, прекрасные помидорчики, морковку, можно нарезать репу, редис. Обычно максимум 700, максимум здесь 1200, друзья мои, вот я сейчас показываю.
Поэтому он работает бесшумно. Колбаску вы нарезаете, идеальные нарезки. А самое интересное, что здесь... сервелат? Сервелат, а здесь знаешь, что можно нарезать? Что? Здесь можно идеально нарезать сыр. Вот такой вот тертый сыр посыпать, допустим, запеканку. Итак, друзья, это не просто блендер. Это на самом деле просто невероятный кухонный комбайн, который открывает перед вами огромные возможности. Вы режете салаты, вы делаете крем-супы, вы делаете коктейли, вы делаете нарезку. Любые вообще манипуляции, любые движения, которые вам нужно произвести на кухне, вы делаете теперь легко и просто. Наконец-таки этот момент настал. Момент абсолютного счастья для каждой хозяйки. Забирайте свой блендер, тем более сейчас он со скидкой. Можно я тебя перебью? Извините. Вот ты правильно сказала, Оля, крем-супы. Так. Или картофельное пюре. Как вы готовите картофельное пюре? Готовишь? Ну, нет, подожди, я просто приготовил. Вот этим? Ну, у меня практически, у меня металлическая. Ну, какая разница? Но она получается с комками. Ну, нет, у меня без комков, но просто мне для этого нужно несколько часов, наверное. Я убираю это, друзья мои. Абсолютно не надо ничего делать. Вот этот вот эта прекрасная насадка для приготовления картофельного пюре идет в комплекте. Посмотрите, как я легко фиксирую. Все, я готов делать пюре. Давай, посмотрим. Спасибо большое. Слушайте, давайте вспомним, кстати, если кто-то делает с помощью блендеров, да, ну вот такие примерно насадки, то что получается? Гелеобразное такое пюре, да? А хочется именно традиционное. Помните, как вас бабушка кормила? Мама, какое вам пюре делала Слушайте, в детстве? Как помните? Вы постоянно восхищались, как у нее получается идеальное такое. Теперь есть возможность дома такое делать, без комочков. Олечка, совершенно верно, ты правильно сказала, без комков. А знаешь, за счет чего происходит без комков? Друзья мои, оператор, минуточку внимания, будет ли видно? Подержи, пожалуйста, Оля, провод. Держу. Посмотрите, вот эти прекрасные, я бы сказал, как они, протирочный механизм, который, кстати, работает при малых оборотах. Помните, как вы готовите пюре? Мамы готовят, они медленно толкали. Здесь малые обороты за счет внутреннего редуктора. Итак, смотрите, несколько движений и пюре без компота. А, кстати, самое интересное, что горячее. Я пускаю. Потрясающе. Слушай, да, вот пар идет очень действительно наглядно. Я сегодня не перестаю удивляться восхищенным глазам вот этого человека, потому что шеф-повар с 22-летним стажем, удивить, сами понимаете, очень сложно. Он просто светится от счастья. Он уходит, причем всем нашим коллегам. Я сегодня всем говорю. Нет, просто на самом деле... мало эфирного часа, да, рассказывать. Я специально говорил, давайте продлим на презентацию этого блендера, потому что восхищение у меня просто переполняет эмоции. Давайте расскажу, как комплектация. Давай. Переходим сюда. В комплекте, помните, я всегда говорил, что всегда чего-то не хватает. Но не в данном положении. Друзья мои, это полный блендер. Я могу его сказать честно, что это настоящая кухонная машина. Итак, потрясающе. Что в комплекте? Да. Олечка, знаешь что, я сейчас буду показывать, если тебе не трудно, если ты показать кубиком, как мы нарезали, принеси кубиком, сюда тарелочку. Да, давай, кубики вот. Итак, Итак, в комплекте входит вот такая насадка и вот такой нож для нарезки вот такого прекрасного огурца, либо, да, кубиком, либо картошки, либо морковки. Вы с легкостью это нарезаете при помощи этой насадки. Так. Смотрите, здесь еще встроен тестомес, но не жидкого теста. Кстати, жидкое тесто вы при помощи этого венчика, который идет в комплект, можете сделать. Но густое тесто. Смотрите, я замешиваю тесто для приготовления пельменей или пирожков. Слушай, а бывает вообще в других блендерах такая функция? Нет, это единственная насадка, которая здесь встроена, потому что другие блендеры сгорят, а здесь 1200 ватт. Слушайте, ну я еще одну хочу насадку показать. Так, успею давай, я или не знаю. Вот я сейчас показываю нашим телезрителям. Посмотрите, пожалуйста. Вот это не от нашего блендера. Вот такие насадки в вашем блендере. А вот это от нашего. Так. Теперь посмотри. Найди два отличия. На, держи, это нам не нужно. Ну, я вижу. Вот это нам не нужно. Вот это наш. Цвет я вижу. Цвет. Лезвие. Во-первых, здесь... количество лезвий. Сколько? Здесь, смотри, три лезвия саблевидной формы и три маленьких. Шесть лезвий. Так. А ты видишь, какое покрытие? Вот ты как женщина, что ты видишь? Золото. А, у женщин всегда золото. Но здесь титановое покрытие. Ты представляешь? Знаешь, что такое титановое покрытие? Ну, титан знаю, это, а покрытие зачем? Для того, чтобы измельчить с легкостью лед. Этот титан справится абсолютно со всем. Конечно же, венчик для приготовления титана. Миксеры выбрасываем. Вот это прекрасная, конечно, чаша. Огромная. И мотор 1200 ватт.